Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение, сегодня мы с подписчиками играем в Гаррис Мод, карта у нас город, будем играть в прятки, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать, пацаны, все, уходите, даю вам 30-40 секунд и буду искать, карта очень большая, много помещений, где можно заходить, надеюсь, вам понравится, очень странно, когда я иду вперед-назад, у меня ноги проворачиваются, обратите внимание, можно какой-то танец прям запилить. Так, настроение у нас, как всегда, классно. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. А мы будем спрыгивать вниз. Все, ребята, мы начинаем искать. Давайте прям... О, я ж могу... Чего я летаю? Я ж могу тпхаться. Чпонькс. И начинаем с этой стороны карты и будем продвигаться вглубь. Карта новенькая. Я ее раньше вообще ни разу не видел. Сегодня зашел в Steam, в воркшоп, она там есть. И думаю, надо сразу быстро качать ее. Так, я могу вставать невидимым? Не могу. Вечно забываю, что плюштра... Аниматроник обыкновенный. Так, надо смотреть в машины, потому что они бывают машинных цвет. Карту вообще не изучал. Просто запустили и все. Вот как есть, так и есть. Давайте сюда прыгнем. Нельзя. Так, подождите, а здесь что? Вот чувствую запах собаки. Или кто-то там еще у нас был. Запах Пикачу слышу. Сюда заходить нельзя. Так, так, так. Может тут кто-то? Как-то странно он прыгает. Так, пацаны, подсказки давать не надо, я сам найду. Потому что я знаю, что вы долго ждать не любите, но я быстро всех найду. Сейчас я ускорюсь. А, вы начинаете подсказывать, все равно умрете. Так, давайте в это здание зайдем. Не могу... Ах, ты жлоб! Нифига себе! Это прятки со стрельбой, я понял. Я могу на расстоянии тпхнуться. Не могу. А если я ниже прицелюсь? Не могу. Выше. Ой. Переборщил немножко. А, тут вообще небо не... Короче, бесконечное. Так, давайте... Смогу я перепрыгнуть? Профессиональный прыжок. Не получается. Плюштрап немножко ограниченный в действиях. Все, пацаны, я иду. Вот здесь кто-то сидит. Потому что я видел, как вы отсюда стреляли. Надеюсь, я хоть смогу убить кого-то. Ого, они мочат. Так, сигнальные ракеты вижу. О, привет, я тебя знаю. Ты будешь со мной сейчас искать? Так уже от меня ты не убежишь. Ты чё, жлоб? Бежишь наверх, да? Ой, потерял его. Блин, его потерял. Так, наверное, это палевный аниматроник у меня. Надо поменять, наверное, другого взять. Так, так, смотрим. Где-то собака пробежала. На монтаже посмотрю, она в тени скрылась где-то. Так, собака. Так, давайте отсюда посмотрим. Так, ребята, сейчас возьму другого аниматроника, который может вставать невидимым. Тогда они меня точно не будут видеть. Ой, я знаю, кто у нас очень быстрый и невидимый. Во. Убийца вышла. Так, ребята, внимательно смотрим. Так, теперь я точно всех найду. Опа, слышу выстрел. Так, карта реально большая. Вечно возьму здоровенные карты, потом ищу на них. Но у меня скилл добавляется. А ты чё? Под землей тут вылетаешь. Есть! Скромника убил. Это очень странно, я его еле кепку видел. Так, приближаясь на выстрелы. Теперь мы со скромником ищем вдвоем. Так, давайте отсюда смотреть. По-любому кто-то тут сидит. Так, 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 смотрим. Я вижу овера. Я его сразу и убил. Красиво ты Пикачу мочил тут. Давайте без прыжка смогу перепрыгнуть? А нет. О, аниматроники уже ржут. Так, пацаны, нас трое. Против троих. 3 на 3, все по-честному. Плохо заправку не... Опа, скромник Фокси убил. Так, еще двоих надо найти. Ищем, ищем. По-любому должны. Блин, карта классная. Так, стекла бьем.
Может, он тут сидит, в этом здании? Так, подождите, это похоже, но это другое. Может, вот тут вот? Так. Вижу, вижу перемещение собаки с монтировкой. Бежит, 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 скачет прям. А куда-то вы бежите? Миссис собака. Тирси... Ах ты скромник, жопа, убил меня, я испугался. Ты ж меня не видел, я невидимый был. Поэтому я и слился, понятно. Все сходится. Так, 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 давайте здесь посмотрим. Это самый хитрый игрок, когда с нами записывает. Он всегда как-то классные нычки ищет. Я знаю, где он. Ребята, я знаю. Вот я думаю, что он здесь. Когда я эту карту загружал, я видел эту статую. Подождите, мне казалось, что он тут. Давайте под водой. Пацаны, ищем под водой. Внимательно смотрим, смотрим, смотрим. Может, и найдем. Нету под водой. Еще раз ныряем. Подводные прятки у нас еще такого ни разу не было. Опа, опа, кто-то там шипит. Нашли его? Все, нашли кто-то. Красавчики. Так, теперь буду я прятаться. Давайте, пацаны. Все, давай, кто-то, ищи нас. Мы тебя ждем, чтобы ты нас убил. Так, я хочу за тобой наблюдать. Я тебя не вижу. А за кого ты аниматроника играешь? Так, так, так. Ого, взрыв. Нифига себе. Кто-то плитку бомбит. Я его вижу. Пацаны, вот. Это кошмарный. С третьей части FNAF. Балунбой. Ого, его кто-то гасит. Пацаны, молодцы. Он под землю провалился. Он вас, пацаны, выхватил. Ждите его там наверху. Он сейчас вас убьет. Во, вот этот робот пойдет. Он четкий. Пацаны попрыгали вниз. Аниматроник бежит вниз, прыгает. Какой-то огород упал. Так, 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 ищет, ищет пацанов. А, вас вообще не видно, когда вы на корточки садитесь на карте. Очень плохо видно. Ищи там, где трубы, это, заросшие мхом. Вот этими кустами, он там сидит. А, убил. Он же на расстоянии убивает, я вспомнил. Так, теперь нас, их уже двое. Бегает, бегает, я слышу. И вижу. Такс, оживает. Давайте, ищите нас. Нас еще 4 человека прячется. На расстоянии жмет, конечно, теперь можно всех мочить так. Но это будет зато быстрее. Так, здание зачищено, никого нет. Бежим дальше. Фокси убили. Как-то очень быстро. Вот тут, наверное, да, кто-то сидит на крышах? Или вообще на максимально самой высокой? Ах ты красавчик, на самой большой крыше сидишь. Ты что, умер, что ли? Скромник убил. Красава. Ого, он прям через дом может проходить. Летит, летит, летит. Пацаны, ищите меня. Вот-вот-вот, Пикачу здесь сидит. Так, он отстреливается. Так, пацаны, один остался я. Мочите меня. Ищите. Кто найдет, тот красавчик. Лучший искальщик года будет. Так, а я вижу сам себя даже. Я уже увидел. Кстати, меня видно. Я не знаю, как вы не видите с этой стороны, если меня видно. Они даже не догадываются. О, нет. Так, 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 они идут под землю, под воду занырнули. Так, 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 надо внимательно смотреть. Они под водой меня ищут. Так, я убегаю, пацаны. Так, побежала бэйби, побежала. Возвращай. Да не, ладно, я пошутил, я никуда не убегал. Так, еще один под воду нырнул. Так, 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 бэйби идет. Так, ищет. Нема никого. Нема, нема, нема. Вот это я классно прячусь. Так, нема бэйби. Ну, ты где? Ой, блин! Тебя не убьешь. Я буду вокруг камня этого бегать всю жизнь. Так, так. О, невидимка, так нечестно. Так. Под... Ах ты, блин, я испугался. Все, пацаны, нашли меня. Красавчики. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.